17 та 18 жовтня в місті проходив відкритий всеукраїнський турнір з дзюдо. Через масштабну кількість учасників місцем проведення обрали спортивний комплекс «Олімпієць», де найлегше було дотриматися протиепідемічних вимог. Турнір пройшов дуже-дуже великий. На самом деле, я вже не припомню, коли був такий грандіозний турнір в Славутичі. Ну, давайте уточню именно по нашему виду спорта, именно по дзюдо, потому что турниры и по танцам бывали хорошие, масштабные. Но вот по дзюдо за последние лет, наверное, 10, это точно такой масштабный, очень масштабный турнир. Участников было за два дня более чем 500 участников. Очень много команд. Приезжали 4 команды из Киева, 3 команды из Чернигова, Васильков, Нежин. Далекие приехали, Одесса, Запорожье, 2 команды привезли, Луцк, Волынская область, Полтава, Полтавская область приезжала. То есть, ну, действительно, почти все топовые клубы страны присутствовали на нашем турнире, поэтому борьба была просто сумасшедшая, очень было круто наблюдать за уровнем борьбы, было очень интересно, жалко, что нельзя было пригласить зрителей. В связи с коронавирусом, к сожалению, нам пришлось придерживаться максимальных правил, максимальных ограничений, поэтому все это очень сильно растянулось. Мы запускали детей, спортсменов партиями определенными, поэтому это все растянулось, был долгий процесс, мы все очень устали, но уровень турнира и отзывы тренеров, которые привезли своих детей сюда, очень хорошие, очень достойные. Много тренеров изъявили желание приехать к нам на сборы. Мы уже готовим для них все необходимые, всю необходимую информацию, вплоть до того, что двукратный призер Олимпийских игр приезжал к нам, привозил своих деток, и он в первую очередь изъявил желание приехать к нам на сбор, попросил нам надать ему всю информацию. Посмотрим, что это за этого получится. Надеемся, что Рома Гонтик к нам приедет. Участь у турнірі взяли хлопчики і дівчатка у різних вікових групах. У перший день змагань в боротьбі зійшлися спортсмени 2009-2010 років народження та наймолодші учасники змагань 2011-2013 років народження. У другий день змагань помірятися силами випала нагода старшим спортсменам 2007-2008 років народження. Результатами тренери спортивного клубу «Атом» дещо розчаровані та запевняють, що працюватимуть над помилками. Во-первых, хочется сказать, что тренерский состав немножко расстроен выступлением наших деток. Но мы даже не думали, насколько будет высок уровень борьбы, поэтому в принципе, мы выступили хорошо, но тренер всегда недоволен, ему всегда хочется лучше. К сожалению, у нас всего один чемпион вышел, то есть одно первое место, 3 вторых мест и 8 третьих мест. Очень много деток остановились в шаге от медалей, то есть проиграли за третье место, но показывали очень действительно достойную борьбу. Что могу сказать по поводу наших деток, которые выступали на этом турнире? Они все большие молодцы. Очень много детей вообще выступали первый раз на соревнованиях. С учетом всех карантинов и всего-всего, они максимум полгода тренировались. И после этого выйти на таком сумасшедшем турнире, это дорогого стоит. Поэтому они в любом случае молодцы. Мы со своей стороны сделали выводы, естественно, будем дальше работать, но уровень нашей борьбы, нашей школы мы показали даже выше, чем могли бы предполагать. Хотя, я повторюсь, что все равно мы остались чуть недовольны, хотелось бы нам, чтобы все наши дети стали чемпионами. Загалом же маємо 11 призерів та одного чемпіона. Третє місце серед хлопців посіли Тимофій Кирієнко, Максим Грінь, Матвій Макарчук та Єгор Янішин. Серед дівчат Еліна Степанова, Маргарита Шагінян, Майя Олексашина та Поліна Драчевська. Друге місце зайняли Арсен Дацько, Олександр Головненко та Стас Тукмачов. І нарешті чемпіоном турніру став Андрій Стельмах. За організацію та підтримку в проведенні турніру тренери відділення дзюдо дякують відділу молоді і спорту, міському голові, ну і, звичайно ж, спортивній школі. Хочеться поблагодарити за підтримку в проведенні нашого турніру, в допомозі з організацією, в першу чергу, звісно, всю адміністрацію КАДА і США,
Они большие молодцы, во всем нас всегда поддерживают. Хочется поблагодарить администрацию города, которая шла навстречу в каких-то определенных моментах, даже связанных с ограничением людей, потому что в последний день, вот завтра уже день борьбы, а сегодня выходят постановления, чуть ли не отменять. В общем, очень было все тяжело, очень было все напряженно, но спасибо администрации города, что поддержали нас и дали все-таки как-никак, но турнир провести на таком высоком уровне.